Ты этих ратиков понабирал левых, нахуй. Сука, выбор мой заберу. О, шо ты за ратик, нахуй? Ебать. Здорово всем. Ты холипал, что ли, или что-то такое, нахуй? Короче, кто... Мироль Леш, да. Посмотри, блядь, на него. Войд мне кем? Желаем. О, хорошо. Короче, у меня просто свет вчера вырубило. Здорово. Я Альфредище. Ты мой друг. Я тролль. Не знаю, не понял я. Нет, нет, это я тут с ребят. Да. Короче, те, кто на готовности, и те, кто не в дисе, пусть ничего не нажимают, да и все. Ну это фокашер. Ты не пробовал? Можно ловить, как кануть дискорд и потом написать, что повешаешь КД и пикнешь. По никам, либо пусть жмут, нет. Пиши те, кто не в дискорде, там, тут за ОД и все. Или вторая, третья пати, там, ой, вторая, четвертая, жмут, нет, блядь. Третья, четвертая, вообще ничего такого. А что тебе нахуй написать? Напиши потом, а те, кто еще не в дисе, после там, я не знаю, косяков там кикаются с КД еще. Он грузится, значит. Может быть, у него не убита обычка? Потому что он пишет сум плейс, он 25 его побивал. Давай спросим сначала. Это все. Так что ты на Мирулю ешь не смотрел, да? С РДДшным кольцом. Какой он нахуй танк, блядь? В хилошмоте, блядь. А ты чё так отрываешься ты на корове, ты офигел? Да не, смотрю, как он быстро от нас отрывается.
На 7 лет ловушку. Не хочешь приста поменять? Убивашка, которая. А нахуя меня менять? А ну-ка, что не устраивает? Потому что ты, блядь, фул дух, у тебя нет сета. И хосты тем более. Хосты нет, у меня косарь хосты. Косарь 100 хосты. Косарь 100? Если не сдох... Так твой вердикт риска на выходе. Плюс чарок нету, посмотри, на шапке нету, на руках. Там дело-то не в Анубе, смысл от вагона. Шанч. Да, да, я тут. Хамчик, у тебя такая это, солидная чарка на ступне. Я просто отвлекался на 5 секунд. Вы у приста доебались до духа, вы доебитесь до его носа кривого, но лучше, блядь. Пиздец там на Сиара, блядь. Я шо, у танки, да? Приста, наверное, там, я не знаю, 15% крита. Рыбу, Протопал, ты тут? Добрый день. Добро пожаловать, герои. Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний... А чё у меня, блядь, силы больше, нахуй, в танке, чем, блядь, да-да, нахуй. Ёбаный в рот. А не, у силки есть, у меня просто, походу, из-за гилы, блядь, до хера потери, блядь, силы. В ДДН. Кто первый танчит? Много судите. ПМТН. А чё ты запыпал? Муро или... А какое это тело, блядь, вообще не знаю, что это такое. Так ты его шмот видел вообще? Ой, не проблема в том, рассказывай, какой шмот. Проблема в том, что... Угу. После вайпа, когда его, блядь, слизень ваншотнил.
Элемент, носи снобля в медизон. Забирай потопал. А ему похуй. Нет. Разбрось меня, пожалуйста. Забегаю по рейдингу. Где в этом, блядь? Ох, еще тут. Ты лагаешь, или какой у меня? То есть, по-твоему, это червяк? Его червя брать? Может быть, надо арзерну? Протопал хорош. Ну что, в гере не снимается, да, это фигня? Нет. Нет, это Хан спросил. Верстал в хаме не снимает. Не, Гурский еще тогда мозги выебал за нее, блин. И еще она приближает как раз саму версу. Бойс. Ты еще протопал в карте, да? Да, он здесь, скорее всего. Он как бы здесь, но ощущение такое, что его как бы нет. По его шмоту вообще, блядь. Стесняется. Ощущение, что он с другой планеты, нахуй. Нормальный у него шмот, чего вы пристали? Тринки солидные, танковские. Ощущение, что протопал на нуба работает. 13 команды, блядь, конечно. Да вы просто не шарите. Угу, угу. Значит, на протовара надо собирать в АРП, да, в фулкап? На холивара нужно тренить какого мурло. Блядь, натурим.
О, блин, зачем мне это? Надо быть духом сильным, понимаешь? В этих берса есть. Да, есть дух, ничего не страшно. Какая у тебя... О, нихуя затонный. А ну-ка, и кто там говорил, что на дух это херово? Я вон, она один. А то по ИПГП, да, получаем смотр. То есть ты считаешь 6 косарей для приста, который 250, это нормально? То есть ты считаешь, что на этом боссе надо считать ДПС? Просто пиздец. Нет, ну во-первых, у меня ни одного склака не было. Боже, как вы мне надоели. Да просто этот уебанич, который доебывает сюда шмота, бесит. Нахуй, ну нахуй всех послать. Ты ответь на вопрос шмотки по ГП. Даже вот эти вот запы, да, вонючие? Да. Поэтому я и спросил, бы я их тоже хочу, блядь. Надо. Трубой, дай пирожков. Чем могу быть полезен? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Лапу начинай. Лапу. Давай. Зачем? Чего? Зачем? 6 килов и в 2 хэпала? Серьезно? 2,5, там еще танк. Что ли? Мы с тобой после рейда поговорим. Там же еще там. Ты сейчас паладин после этого босса спекнешься назад. Не похуй, можешь просто так стоять, нехуй мне тут джагу сбивать. Стоит, ничего не делает. Я понял, что ты нихуя не говорил. Бать, нахуй, такая система тоже. Властным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва, ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Перед вами Джарацус, эредарский повелитель пылающего легиона. А чё, всех выкинуло? Печально. Лужа, хан. Меня обижают. Вот и дно, блядь.
так. Че убило тогда? 31к. Интересно. Как он будет? Блин, кони инфо смерть. Пиздец, меня лаунч кидывает, надо обновить, ребята. Нет, были ворота. Ой. Я же прожал. Релуд, автосбор. И поплатился за это. Турнир продолжается. Как дела? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Не говори мне в танк. Хорошо. Да будет так. Сражайтесь с честью. Я, короче, пробую это обновлять и играть, и меня может сейчас выкинуть, если... Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Сарду! Thank you.
что ты мне в ПМ пишешь в плюс? Кто мой? Кто я? Убили тебя, это печеньку или что-то. Не контракт уже фейлер, не контроль. Да. Тогда следующих всех убьем, которые рядом. Хуя, они взорвались, посорвались. Кто-то подошел. Так, не на мне, бро. Тайнт. Подлопа. Да-да, он хилит. Мы
следующего. Я треугольник забыл. Опять следующий. Первый рейд, так и думаю. Первый, тогда мы даже хотели идти этого пробовать. Ануба. Я говорю, приглядейся. Ну, это не полбедейск. Часть. Половина рейда всего-то. Потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Что я вот это? Привет. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Что, бокс танки? Thank you.
Я шведом, блядь. Нет, нет. После что-то. Да там, блядь, нахуй весь так рейд проебало, что я охуею. Не лови ты белый, белый в рейд летят. Перегнал. Ну, бля. А чё, дальше не пойдем, да? Я не знаю, я не читал, меня так пригласили. Санёчек, мы в этот пойдем. В этот Грув Магикер. Тоже надо идти или пофиг? Пойдем, конечно. Я могу сходить с вами, мне не трудно. Ладно, пошел Я кинул 85. Я с Лёшей Билашка 81. Боркрус какой-то, у него 83. Я еще походу встал. Какая. Мосс, убивашка и там четвертый сказали живой. Сюда! Сюда! А нет, сука, лох.
сюда. Да вы чё, блядь? Нет. Тут тупо на один. Куда сначала, грузы или маги? Куда лететь? Да. Чё у меня за роллы, блядь? Я садил. Мне говно. Прокачал с обычками. Дай сюда, не на камень. Да, у него с духом. Нет, это как собой. Даже лучше, чем с обычки телка следи. Но не с хаймы. Метрика пойдет, нет, это кольцо, дайте мне. Чё, выбор падал? Нет. Пишет... Два выбора упало, я все два забрал. Пишет, пока обычно... не до этого тебе. Сейчас, сейчас, секунду, сейчас дам обмен. Мне нужна эта тряпка вообще срочно. Йо, чё. А я думал, у него ПВПшная нет. Нахулипала. У него с духом. Бейся. Чё, Роми нету, всё, пиздец?